Алекс Монг, Classic Games, представляет. Итак, всем привет, уважаемые гости и подписчики моего канала. С вами Алексей и канал Алекс Монг, Classic Games. И вот я получил подарок на свой день рождения от Паши, Павла К47. И вот сейчас я с предвкушением его открою, и мы вместе посмотрим, что там. Два картриджа, но... Так, стоп, посерединке. Один-то я знаю, а второй сюрпризом. Так. Так, вот смотрите, Павел К47, Reproduction Game, то есть репродукция какая-то. И... Алекс Монг Classic Games, скидку Павел К47, понятно. Очень добротно Паша запаковал. Вообще молодец. Сейчас посмотрим. Вот все. Внутри. Все. Давайте аккуратненько будем раскрывать. Тут, по-моему, можно даже не резать. Вот так попытаться. Сейчас стараюсь ножом не пользоваться. Чтобы не повредить кетку, не дай бог. Вот, ребят, китку. По-японски он называется как-то очень сложно. Поэтому будем говорить, называть его по-американски. Игра про знаменитого мальчика, который кидается своей совой, или кем бы там ни было. И с этой игрой тоже было проведено, кстати, немало часов в детстве. И вот у меня теперь лицуха есть благодаря Паше. Игра 88 года. И тебе Паша добросовестно почистил контакты, упаковал, чтобы я мог включить и играть. Так, это первое. Kid Cool, японский. И вот тут вот самое интересное, как бы репродукция. Почему интересно? Потому что я не знаю, что там. Такс. Какой-то зеленый картридж. Так, достаю. Ох, ёперный ты балет. Чип и Дейл 2. Репродукция. Вот это, Паша, тебе спасибо огромное. Вот, знаешь, у меня были разные варианты в голове. И японский Battletoads, и японская первая контра. Ну, Супер Си я еще допускал. Ну, вот Чип и Дейла не было у меня в моих вариантах как-то. Вот, спасибо. Никогда, честно говоря, репродукцию не держал. Но смотрится вообще достойно. Вот такой-то подарок получил от Павла АК-47. Ссылку на его канал я оставлю в описании. От себя лично что хочу сказать, помимо слов благодарности. Канал Паши — это качественные ретро-стримы. Качественные, потому что он проходит игры в прямом эфире на настоящем лицензионном железе. Famicom, Sega Mega Drive, ну бывает, Dendy задействует, Dendy Junior, переведенный в NTSC. В общем, заходите к Паше на канал, у него всегда царит такая теплая дружественная атмосфера. Порой не только играет, но и просто слушает музыку. Любимую музыку с того же, допустим, Mega Drive. В общем, заходите и не пожалеете. Ссылка, как я уже сказал, на Пашин канал будет в описании. И давайте включим и посмотрим, что ли, эти игры. Так, ну давайте начнем с Kid Cool. Задернул шторы, чтобы лучше было видно. О, блин, эти кадры, узнаю их. Как сейчас помню. Тут, по-моему, по сюжету король болеет, и нужно найти средства для его лечения, если в двух словах. О, ребят, это заставка, блин! Как он бежит по титульному экрану.
Так, только, по-моему, у меня стоит 4 на 3, если не ошибаюсь. Ой, широкоформатка, сейчас, минуточку. Ну да. Вот так вот надо в ретро-игры играть. Только 4 на 3. Блин, ребят, такая ностальгическая эта заставочка. О, совушка, вот она. Да-да-да, вот так вот мы ее мечем. Блин, Пашка, такая ностальгия. Ах ты, черт. Получается, раз задел врага и... Слушайте, я раньше не замечал, что довольно такое топорное управление. Или просто отвык. Вообще молоток. Давайте просто пробежимся. О, как Марио можно прыгать, точно. С собой я потерял, значит, да? Ну, бог с ней. Ах, этот скроллинг, да-да-да-да, точно. Когда вот как бы пауза между экранами идет, тоже помню. Фак! А еще, по-моему, можно по воде прыгать. Ну-ка. Да-да-да-да-да, на заднице. Так вот не долетает, если плохо разогнался. Так, ну ладно, это мы посмотрели. Давайте посмотрим репродукции Chip & Dale 2. Capcom представляет. Ребят, прям как лицензия, да, действительно. С копирайтом. Слишком часто беда стучится в дверь, но не трудно спасателей. О, давайте, правда, нашу с Юлей версию споем сейчас. Сейчас я вам продемонстрирую. Вот она мне сейчас еле напомнила как раз. Слишком часто фигня случается, трудно спасателей поверить, лишь стоит только их позвать. Друзей не надо. Да. Блин, Пашка, это супер. У меня эта игра есть на картридже Денди, и там, понимаешь, вот на заднем плане много мелких точек пиксельных. Блин, вообще клёво. Дружище, спасибо тебе огромное. Классная реплика. Ладно, побежимся немножко. Да, ребят, это здорово. Ну, давайте я заодно покажу, к слову, как у меня дендиские Chip & Dale 2-то идут. Сейчас. То сказать это одно, а увидеть другое совсем. Смотрите. О, видали? Хотя, нет, погоди, сейчас приближу. Это так не видно. О! Ну как вам такое? Это вот картридж Денди. Видите, все в пиксельных точках вот этих вот. Ну, кстати, не во всех уровнях это проявляется. Вот что характерно. Сейчас, по-моему, если я добегу до следующей локации, то, по-моему, уже этого не будет. Или будет, но местами, вот так вот. Да, видите, здесь уже нет практически.
Вот, показал. Приступаем к завершению видео. Вот такой вот замечательный подарок сделал мне Павел АК-47. Паша, дружище, спасибо тебе огромное. Очень порадовал. Я даже не скажу, каким больше порадовал, обоими картриджами. Этот ностальгический, а этот, ну, почти что лицензия. А я знаю, как реплики делаются и чего это стоит. Поэтому спасибо тебе, дружище. Так что, ребята, заходите к Паше на канал, вы не пожалеете. Представляете, стримы через карту захвата и через настоящие консоли. Я, наверное, единицы видел таких стримеров, чтобы так стримили. Может, он единственный такой. Да, конечно, стримят с современных консолей, чтобы с ретро стримили с настоящего железа. Я вот только у Паши на канале такое видел. В общем, ссылка на Пашин канал в описании. А я буду с вами прощаться. Спасибо, что вы меня смотрели. Паша, тебе отдельное спасибо. С вами был Алексей и канал AlexMonk Classic Games. Берегите себя и своих близких и играйте только в хорошие игры. Всем пока и удачи! Подпишись, если хочешь быть в курсе последних событий, и нажми на колокольчик.